Добрый день, дорогие друзья! Я сердечно приветствую всех участников съезда движения первых, всех гостей. Это огромный отряд. 3000 человек приехало в Москву. А всего в движении первых за короткий срок уже 4,7, почти 5 миллионов человек. В мероприятиях, которые вы организуете и проводите, приняло участие 7 миллионов человек. Но это огромная армия. И вот что хотелось бы сказать. Это интересные, красивые дела. Я сейчас еще к этому вернусь. Но вы сейчас встретились на ВДНХ, на выставке «Россия». Мы хотели здесь показать, что сделано нашей страной за последние несколько лет, за последние там, 10, 15, 20 лет. И нам есть чем гордиться. Но вот что интересно, то, что здесь представлено, было когда-то чьей-то мечтой. И вы знаете, я вспоминаю почтовые открытки начала прошлого века на Дальнем Востоке, во Владивостоке. Там изображен мост, о котором люди мечтали. Они мечтали, что он когда-то будет. И это было в самом начале прошлого века. Сегодня есть и этот мост, мы его построили, и еще один, еще больше, чем тот, о котором люди мечтали. И еще много достижений, о чем даже и мечтать в свое время не могли. Я уверен, что если вы будете так же целенаправленно, уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше. Вот вы сделали за последний год очень много. Я уже сказал, 2 миллиона посадили деревьев ко Дню народного единства. 3 миллиона писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы Родины в рамках специальной военной операции. 400 тысяч около этого книг собрали для своих сверстников в Донбасс и направили в Донбасс и Новороссию. Это все совершенно конкретные, абсолютно осязаемые вещи. И, конечно, вы много-много-много еще сделаете в будущем. Вы знаете, и ваши наставники, ваши родители, они всегда с вами. Они всегда были и будут с вами всегда. И мне очень хочется сказать им слова благодарности. Но будет лучше, вот я сейчас подумал, будет лучше, если мы с вами сделаем это прямо здесь, сейчас и вместе. Сделаем? На счет три. Вдохнули? Спасибо. Раз, два, три. Спасибо! Я желаю им удачи.
Спасибо. Удачи. Мы хотим благодарить вас также нашим традиционным спасибо для движения первых. Давайте вместе. Спасибо! Для нас это не просто слово. Мы обязательно встретимся снова! Спасибо. Удачи вам. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.